Хакафест, у нас гости со всех уголков мира. Вот, посмотрите, сколько самых разных флагов. Очень приятно видеть в Беларуси такое количество людей. Я на сегодняшнем фестивале ожидаю увидеть свою мечту Skyway. Это такая ситуация и такая радость, что строим мы мир Skyway вместе. Я вообще в восторге. Столько людей здесь, и мы работаем над тем, чтобы мы спасли весь мир. Почувствовать, посмотреть, прокатиться и ощутить все прелести нового транспорта. Я вже побачила оцю першу машину, яку запускали. В принципі, мені подобається атмосфера, я думаю, що буде цікаво. Ну, мені інтересно, зараз в першу чергу прокататися на Юніпосі. Господин Юніцький, як говориться, його проєкт нам дуже подобався, це проєкт будущего, так що ми віримо, все буде добре. Емоції переповняють, здорово, звісно. Перший буду пасажир Skyway, і що желаю быть каждому. Строим Skyway, спасаем мир. Для многих гостей Экофеста, которые в первый раз в экотехнопарке, первым видом струнного транспорта, который они увидят, становится наш легендарный ЗИЛ. А на заднем плане мы видим, наверное, прототип наших небесных дорог. Дедушка Skyway U21. Дедушка, как, сколько ему лет уже? Это наша надежда, да, без него бы не было бы ничего, наверное. Это наш дедушка, первопроходец. И легендарный наш старичок, как говорится. А знаешь, что у тебя за спиной находится? Вот эта машинка большая. Да. А что это такое, подскажи? Это машинка. У нас очень много сегодня иностранных гостей. Мы рады вас приветствовать. А подскажите, пожалуйста, почему вы здесь и что вы ожидаете от нашего мероприятия сегодня? Второй раз уже ехала с другим настроением, что действительно оно вперед идет. Я всегда верила в это. Люди со всех республик, стран. Я из Латвии, из Даугавпилса. Уже в Skyway 2 года. Двигаем эту тему. Очень здорово, что у нас действительно у каждого человека есть возможность повлиять на планету. Skyway — это моя жизнь уже. То есть я с 14 года узнал об этом проекте и начал инвестировать. Строй Skyway, спасай планету! А сейчас мы находимся в Берельцевом Юнибусе, и уже вот через пару минут мы начнем движение, и с нами гости, которые в первый раз проедут по путевой ферменной структуре. Как будто в космос собираемся улететь. Вообще супер впечатление, просто не пересказать. Прям вот захватывает дух. Я даже не ожидала, что я буду кататься на Юнибусе. Это для меня сказка сегодня. Это шикарно. Это мы первопроходцы, получается. Супер. Супер. Подскажите, пожалуйста, как ваши впечатления от проезда на нашем транспорте? Очень понравилось, тихо, такой ровный ход, и можно стоять, можно сидеть, и очень комфортно. We just had the first ride with the Unibus. It was amazing feeling, really smooth transport technology. I was shaking. What can you say about this transport? Fantastic. Хочу, чтобы везде в Крыму были такие дороги, чтобы наши туристы туда ездили.
по таким дорогам. Это же красота какая. Ну, в общем, я в восторге даже не выразить. Я не ожидал, у меня мир перевернулся, если честно. Все то, что я знал до этого, читал, смотрел. Но когда я сегодня увидел, услышал, проехался, у меня действительно мир перевернулся, честное слово. Я в восторге. Я в восторге, действительно, это очень интересно, необычно, легко как-то, как птица. Строим вместе Skyway, помогаем планете. Мы движемся в правильном направлении, и очень интересно, и радует меня то, что это происходит сейчас. Супер, супер! Гости из будущего. Гости из будущего, да? Да, даже так. Прогуливаясь по развлекательной зоне Экофеста, можно увидеть большую группу людей, которые что-то сосредоточенно записывают в своих блокнотах. Все это происходит под вывеской «Бизнесмания». Давайте узнаем конкретно, чем же они там занимаются. Ну, на самом деле, это не так уж сложно. Нет, это сеть, working – это работа. То есть мы объединяем людей в одну сеть для того, чтобы они могли познакомиться, обменяться контактами и найти новых бизнес-партнеров или просто друзей. Данный тренинг «Игра», он называется «Гений финансов», позволяет абсолютно любому человеку научиться управлять своими собственными финансами. Как, допустим, вот наш международный проект Skyway. Каким образом можно сюда инвестировать? Как можно строить свой бизнес благодаря краудинвестингу? Сейчас мы находимся в зоне выдачи именных табличек. И рядом со мной стоит сотрудница заостренной технологии Виктория. Она нам сейчас расскажет, что здесь вообще происходит и для чего эти таблички нужны. Всем инвесторам, которые приобрели дерево по акции «Посади дерево», мы выдаем именные таблички, которые впоследствии можно установить в нашем саду, выбрав себе приглянувшееся дерево. И вот мы гуляем уже по нашему яблоневому саду, который посажен благодаря нашим инвесторам. По данным, которые нам известны, здесь уже больше 3000 деревьев. Это только плодовые. Сегодня струнный мост Skyway привлекает внимание посетителей не только своими архитектурными и инженерными свойствами, но и тем, что около него есть отличный тенек. Давайте поговорим с посетителями местного тенька о том, как им вообще сегодня на празднике. Добрый день, как вам на Экофесте? Здравствуйте, все прекрасно, все замечательно, настроение шикарное, позитивное. Этот Экофест 2018 года порадовал разнообразием тех инноваций, которые были внедрены. Очень сильно порадовала глаз экосистема. Она в этом году более насыщенная, масштабная. Порадовал сад, поэтому эмоции переполняют. И это событие, наверное, событие номер один 2018 года в моей жизни. Такой жаркий день, одно из самых популярных мест на Экофесте – это тенек под березками. Сейчас, когда прошло центральное событие сегодняшнего дня, речь Анатолия Эдуардовича Юницкого, давайте поговорим с обитателями тенька под березками о том, что они думают о словах генерального конструктора. Расскажите, пожалуйста, вот вы слушали речь Анатолия Эдуардовича Юницкого. Как вам новости? Много чего нового было сказано и про криптовалюту, про мосты, видеонаблюдения, проекты по безопасности какие-то. Интересно. А как вам арабский вектор развития международных отношений? Ну, мне так кажется, что это будет один из перспективных направлений по адресным проектам. Как вы относитесь к тому, что у нас решили переместить такой, так сказать, уклон с развития в Беларуси на развитие в Арабских Эмиратах? Если нам дают там землю, если нам дают там возможности,
вот, Анатолию Эдуардовичу Юницкому, то, конечно, это будет, я думаю, что очень хороший старт для компании. Я думаю, что следующий год будет очень серьезным для Skyway. А сейчас мы находимся в музее Skyway. Здесь представлена экспозиция, которая демонстрирует движение технологии Skyway от самых эскизов, которые были сделаны в 70-х годах прошлого века, до промышленных образцов современности. Подскажите, пожалуйста, почему для вас это важно и почему сегодня вы здесь? Мне сейчас, допустим, очень сложно доехать сюда. Я сюда ехал 2 суток. И с помощью Skyway это будет гораздо быстрее. Я во второй раз приехала сюда. В том году была. А в этом году мне посчастливилось даже прокатиться уже на Юнибусе. Было все так замечательно, незабываемо. Благородная идея, действительно, вот самый чистый проект, реально, вот и духовно чистый, и душевный, и благородный, вот, который вообще в жизни, ну, по большому счету, мне встречался. Транспорт, новые технологии, ну вот это воспринимается настолько как-то органично вписывающимся вот, в современную реальность, что никакой вот как небылицы, вот, о которой там говорят, что это, ну, возможно, когда-то, это вот абсолютно нет. То есть понятно, что это вообще-то сегодняшний день. Здесь потолок выполнен в виде неба, звездного неба, на котором звезды – это фамилии, имена инвесторов. Подскажите, пожалуйста, я видела, что вы смотрели в потолок, что же вы там искали? Я там нашла наши имена. Приехали сюда для того, чтобы поддержать наш проект. Приехали для того, чтобы увидеть то, что сделала наша компания – всемирная компания, мировая, прекрасная компания, то это, конечно, дорогого стоит. Подскажите, пожалуйста, вы нашли свою фамилию? Да, моя фамилия вот там вот в квадратике, в самом низу. Я ее нашла и очень горда тем, что она здесь сохранится, и мне будет куда привезти детей, внуков и показать им. Мы всей семьей стали акционерами и продолжаем по сей день инвестировать. Вон там мое имя висит. Ну, такими крупненькими относительно буковками я очень рад, что смог себя найти. Ну что, дорогие друзья, как я уже вспоминал сегодня, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и наш замечательный праздник. Можно с уверенностью сказать, что каждый человек, который сюда приехал, он получил массу впечатлений и эмоций. Я скажу, что было очень здорово. Приезжайте еще. Строй Skyway! Спасай планету!